Бывшие владельцы Приватбанка могут стать фигурантами уголовного дела. Если согласованный с МВФ независимый аудит покажет, что они сознательно довели банк до банкротства. Об этом в интервью Рейтер заявила глава Нацбанка. По словам Гонтаревой, новый менеджмент Приватбанка нанял для оценки активов компанию Ernst & Young. Кроме того, по требованиям МВФ выберут международную компанию для управления проблемным портфелем. Это делается, цитирую, чтобы не было оценок активов по неправильной стоимости, было понятно, кто является их собственником и как должники будут отдавать кредиты. До конца июня, сообщила глава НБУ, аудиторы должны проверить, смогут ли компании, которым давали займы, погасить их в ближайшие 5-10 лет. Если нет, Нацбанк будет с ними судиться.